Установка УВБ-1 лабораторная. Назначение установки. Установка водно-битумно-лабораторная предназначена для приготовления партий битумных эмульсий, для разработки рецептуры водно-битумной эмульсии в зависимости от состава компонентов эмульсии, а также от области применения эмульсии. Установка представляет собой агрегат, состоящий из рамы, на которой располагается емкость битума с подогревом, емкость купажа с подогревом, сборник эмульсии, ротаметр купажа, регуляторы давления, комплектное устройство управления, инжекционный смеситель и запорная арматура. Емкости битума и купажа представляют собой сосуды с двойными стенками. Полость между внутренней и наружной емкостями каждого сосуда заполнена теплоизолятором. Жидкости в емкостях нагреваются электронагревателями. Обе емкости оборудованы патрубками с кранами для заливки и слива рабочей жидкости, датчиком температуры и штуцером для подвода сжатого воздуха. Емкости соединены с инжекционным смесителем трубопроводами через краны. На трубопроводе купажа установлен ротаметр, позволяющий контролировать дозировку купажа. Смеситель эмульсии является двухступенчатым. На первой ступени битумная фаза, проходя через инжектор, смешивается с купажом и поступает во второй гидродинамический смеситель, где происходит интенсивное гидродинамическое перемешивание компонентов эмульсии. На выходе из смесителя эмульсия поступает в сборник эмульсии. Сборник эмульсии представляет собой цилиндрический сосуд с горловиной, краном для слива. Обогрев смесителя происходит за счет циркуляции масла, нагретого в маслоподогревателе.